Идем убивать еврея и толстяка. Бежать так далеко. Возможно, стоит к другому костру сходить. А возможно, и не стоит. Не знаю даже. Я даже не знаю, как лучше сделать. Лучше всего с первого раза победить, и все. Не попал. Не попали, точнее говоря. Промазали. Так, по задам. Ты там пошел? Ну ладно, иди, а я тут пойду. Ну чё, пошли. Да блин, лок! Ты чё вытворяешь-то? Пипец. Да ну ладно, блин. Ну, тебя и убил с первого раза. Твою мать. Это все лок виноват, это не я. Ну что, не улучшить их, что ли? Это вообще щит убрать. Перекатами. Кувырками. Не знаю. Ну а чё, блин? Печально как-то все. Ладно. Поузнул Арнштейн и Смоук. Еврей, толстяк и еврей. Толстячок. Так, парень, давай. Раз. Засунуть бы тебе эту алебарду. Куда-нибудь. Да как ты так попал-то? О, смотри, смотри. Алибардист вылез. Девка, ты можешь, блядь, побыстрее как-то все делать, а? Ну почему враги такие все супер-пупер быстрые, а ты такая супер-пупер медленная? Знаете, собака. Идти еще раз. Ах ты, падла. Заманал кабан. Ну ударь! Вот так. Блядь. Пипец. Это бесизм просто. Так, найти. Ударь. Ай. Пофиг. Убегай. Учись. Да я.
Ненависть, ненависть. Ну убеги ты. Да пипец-то, как так-то, а? Арнштейн не смог. Эй, блин. Сила привычки. Прыжок другой клавиши делать. Не знаю. Без щита они меня что-то убивают. А и со щитом тоже, в принципе. Со щитом, без щита уж. Задолбался к ним бегать. Читер сквозь колонны бьет. Козлы. Пипец, лок, а. Ну как можно лочить того, кто сзади? Скажите мне, а. Пиздец, я опять сейчас покойник буду. Пипец, на. Ну как так, а? Бля, да вы чё, издеваетесь, что ли? Внутри, а? Бежит ведь. Че, где этот козел сзади? Ёб твою мать. Эх ты, падла. Да ё-моё. Нет, нет. Козлятина. Да блин! Я охренею с тех... Как можно так вообще, ну? Не попал. Доехал такой, передумал бить. Да пошел ты. А вот и хрен вам всем. Эти. Блин, молния. Нет. И снова мы здесь.
То сбивает, то не сбивает. Ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Козел. Блин, вот козлятина. Твою мать! Достали вы меня! Кем быть достали? На те. Чё, не попал? Тьфу, блин, перекатывается еще хи... Лок отваливается. Ничего, в общем, не работает как надо. Смотри, чё. Пипец, ну это чё, не читерство? Самое натуральное читерство и есть. Все самонаводящиеся. Блин. Я не понимаю, что происходит. Уже я понимаю, что происходит, конечно. Ага. Хрен. Блин. Да хрен там плавал. Блин. Пипец, блин. Все через колонны херачат, бля. Только так, а. Камера сходит с ума. Как обы... Блядь! Что-то он мне, блин, урона наносит. Пипец вообще. Да блядь. Да ладно, блядь, ну как так-то уж, а? Ай, ребята. Напарил меня этот еврей с толстяком. Вдвоем уже напарили. Вот этот еще тут. Блять, она. Пошли, что ли? Все медленно делает. Очень медленно. Ну правильно, блять. Лок. Лок лучше залочится на того, кого не видно и кто сзади, чем на толстого, которого за полкарты видать. Долбаный Эрштейн.
Блин. Бой сложен не потому, что враги там сильные или еще что-то, а потому что камера, во-первых, хрен знает, что делает. Во-вторых, камера хрен знает, что делает. Две причины есть. Камера и камера. Все. Больше ни хрена причин нет. Но я не вижу, что он делает. Как я могу, блядь, увернуться, если я не вижу? Нет. Пей, 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 сваливай нахер отсюда. Так, ладно. Ага. Козлятина. Еще и лок отваливается, да, вот. Еще есть третья причина. Лок. Камера, лок. И все. Камера, лок и камера. Ну, ударь. Ладно, ай, блин. Блядь, ну пиздец. А мне опять пиздец, походу. Нет, нет. Гандоны, блядь, штопанные. Попытка номер 125. Приблизительно. Или около того. Косел. Откуда ты вылез? Из какой жопы? Пипец. Вообще ничего сделать не успел. Уже убили почти что. Пипец. Я прыгаю, ему все равно, что. Капец. Ну что, все, я покойник. Я только материться успеваю во время этого боя. И всё. Жердяй. Твою мать! Как так можно эссу долго пить, а? Я не понимаю. Там что, блин, 3 литра его, что ли? Стакан всего, господи. По-любому задевает. Что так, что это, пофигу вообще. Урод. В жопе ноги. Молниями часы не достал. Ай! Хорошо, что я не попил эстуса. А может, и нехорошо? Пипец.
Ну вот как так, а? Пипец, застрял во всем, чем можно только. Ну да, конечно. Конечно, ты меня заденешь, кто бы сомневался. А я промажу, конечно. Готов. Так, ну чё, теперь ты. Не-не-не. Хинь. Вставай быстрее. Блин. И лежит, блин. Полчаса. Этот уже 10 тысяч дел успел сделать. Yes. Это все лежит. Ну да, ты его еще попинай, ага. Блин, ну... Нет, ну давай лечись. Так, ладно. Ну попади, что ли, ты? Ай, блин, нет! Да твою мать! Ну, еще раз. Чё это, блин? Один удар остался. Вот и все. Твою мать, ныти, ныти. Косел. Как ты меня достал. Фу. Ну и геморрой. Босс вообще ни о чем. По сложности. А управление пипец. Никакое вообще. Его нет просто. Вся сложность прохождения Dark Souls 1 в управлении. Чашу давай, курица.
Чашу давай! Слабо. Все, короче, что-нибудь скажешь еще? Лежишь тут. Вступить в орден. Зачем? Не хочу я ни в какой орден вступать. Мне и без орденов неплохо. Без орденов. Так. Зачем я здесь отдыхал? А я не отдыхал. Так, куда мне идти сейчас? Хороший вопрос. Фуй. Зачем переспрашивать? Можете объяснить? С этой костью больше ни хрена сделать не надо. Нельзя. Если я ее выбираю, то, наверное, я хочу переместиться, да? Ну, в одном из 100 случаев я могу случайно переместиться, но в остальных-то 99 случаях я кость выбираю именно для того, чтобы переместиться, нет? Чё за бред вообще? Грохнуть чё, что ли? Ой, ладно, живи, хрен с тобой.